Добрый день! В эфире программа «Новости Шарайской Федерации». Сегодня в торжественной обстановке под председательством президента Федерации состоялось заседание комиссии по увековечиванию облика национального лидера страны и государства. В последнее время опросы общественного мнения населения постоянно отмечают резкое падение рейтинга. Какие есть предложения по изменению тенденции? Лично я готов приложить максимум усилий для улучшения своего имиджа. Готов даже пойти на жертву для достижения цели. Прошу учесть, что любые предложения должны носить долговременный характер и положительно повлиять на мнение населения на многие годы вперед. Я вижу, профессор Кандидаткин, как всегда, готов предложить инновационное решение проблемы. Господин главнокомандующий, считаю, что мы должны сосредоточиться на том, как будет восприниматься образ главы государства не только в нынешние времена, но на целые годы и даже десятилетия вперед. Как потомки будут видеть ваши великие свершения, а также ваш личный облик. Но для этого у нас накоплена масса видео и фотоматериалов. Да, но народ захочет физически лицезреть лицо своего любимого вождя. Ну, вряд ли я буду жив через 100 лет. Могут увидеть меня в мавзолее. Именно, Вадим Вадимович. В этом и состоит суть нашего нового предложения. Тема, конечно, очень неприятная. К тому же я знаком с проблемами сохранения частей тела Ленина, Мао Цзэдуна, Юга Шавеза в стеклянных саркофагах. А какие ведутся расследования на эту тему в настоящее время? В последние годы мы неустанно анализируем предыдущие достижения и ошибки, а также проводим новые изыскания в этом направлении. Сегодня могу с гордостью сообщить, что ведущие ученые Шарайской академии наук пришли к довольно интересному открытию. Мы стоим перед порогом вечности. Как оказалось, практически все случаи гниения тела пролетарского вождя были вызваны тем фактом, что бальзамирование прошло слишком поздно, после смерти Владимира Ленина. Однако опыты, проведенные нами на шимпанзе, показали, что если работы по сохранению тела провести задолго до смерти животного, то результат носит совершенно феноменальный характер и отлично сохраняет морду обезьяны на целые годы, а может даже на столетия вперед. Что я вас не допонял, господин академик. Какие у вас конкретные предложения? Ну вот, к примеру, для сохранения лицевой части головы проводим трепанацию черепа вот здесь и вот здесь, за год до кончины, не дожидаясь естественной смерти организма. Чьего черепа? Вадим Вадимович, я не думаю, что это может быть поводом для беспокойства. Слои ботокса это не заденет. Но самое главное, как показали новейшие исследования, удаление большей части мозговых тканей не скажется на нынешнем уровне принятия решения в государственном масштабе. Господин главнокомандующий, в этом видео при наличии полного мозга обезьяна пытается получить фрукт, но не в состоянии разжать пальцы. Однако в следующем клипе, снятом после удаления большей части мозговых тканей, поведение обезьяны остается без существенных изменений. Прошу обратить внимание на данный график. По вертикали мы имеем качество принятия решений, по горизонтали объем мозговых тканей президента. Как вы видите,
при уменьшении объема мозговых тканей качество принятия решения остается почти таким же. Практически кривая остается горизонтальной. Кроме того, новейшие исследования показали, что для сохранения брюшной полости тела было критически важно удалить пищеварительный тракт шимпанзе, не дожидаясь полной остановки сердца обезьяны. Под наркозом удаляем ситус инверсус панкреатис дуодени, дуодендум мобиле и даже инверсия дуодени. Что-то не пойму вас, академик. Можно человеческим языком? Ну, по-простому выпустим кишки, Вадим Вадимович. Какие кишки? Ты что, козел, себе позволяешь? Перед тобой стоит глава великой ядерной державы. Но, Вадим Вадимович, мы гарантируем, что исторический результат превзойдет все предыдущие достижения мировой науки в этой области. Вы только представьте себе, в то время как Трамп и Меркель просто сдохнут, ваше прекрасное лицо будет сиять под стеклом, привлекая миллионы восхищенных поклонников со всего мира. Может, сначала на пенсионерах испытаем? 20 миллионов трепанаций черепа – это будет нелегкая задача. Можем доверить эту задачу нашим телевизионным работникам. И не с такими задачами справлялись. Какие есть альтернативы? Альтернатива есть, но печальная. Еще хуже. Ну говори, я уже ко всему готов. Зарыть в землю, господин президент. Мы продолжаем программу «Новости Шарайской Федерации». Сегодня в торжественной обстановке под председательством президента Федерации завершилось заседание комиссии по увековечиванию облика национального лидера страны и государства. После длительного совещания члены комиссии, рассмотрев различные варианты, единогласно пришли к заключению, что «Стеклянный гроб» станет закономерным финалом славного пути Вадима Вадимовича Гиганта. Далее о погоде. Ну что, что скажешь, Вася? Зарыть в землю.